Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. Усмехнется доля, сгинуть наши пороженьки, як роса на солнце. Запануем мы, братья, у Божьей наших первоклассников, учащихся первого А класса и их классного руководителя Осадчу Светлану Анатольевну, учащихся первого Б класса и их классного руководителя Парлышкину Виталию, учащихся первого В класса и их классного руководителя Терлецкую Таисию Павловну. Уважаемые родители, долго думала, с чего начать свое выступление. Вы знаете, мне хочется просто спеть. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Я поздравляю вас с началом учебного года. Поздравляю наших первоклассников. Посмотрите, какие они очаровательные, какие они замечательные, как их много. В этом году у нас уже 3 первых класса. Поздравляем. Давайте еще раз поприветствуем наших первоклассников. Удачи вам, мои дорогие! Я знаю, что у вас все-все-все получится, потому что вы какие у меня? Самые-самые-самые! Сегодняшний день, день начала учебного года для нашей школы, день знаний, который отмечается по всей нашей стране, независимой Украине, мы отмечаем и желаем всем, даем напутствие, добрый час, свершений, успехов, благополучия и здоровья всем-всем-всем вам, и детям, и родителям, и нашим уважаемым учителям и воспитателям-дошкольникам. Всех с праздником, с днем знаний, в добрый путь, в добрый час. Спасибо за поздравления. И мы хотим вам вручить вот такие первые ваши учебники. Итак, готовы принимать? Черного моря.